новый комплекс отельной инфраструктуры у пляжа Клеопатры. Исторический и туристический центр города. Недвижимость в центре города – это ликвидное вложение денежных средств. До Средиземного моря всего 600 метров. В преддверии нового 2023 года компания RES Property подготовила для вас сюрприз. Главная традиция новогодних праздников – это, конечно же, подарки. И мы, конечно, не останемся в стороне от этого замечательного обычая. При покупке любой недвижимости с нами вы получаете новогодние подарки от наших партнеров, магазинов мебели и бытовой техники. Все подробности на нашем сайте resproperty.ru, а также вы можете связаться с нами напрямую по телефону, который указан ниже, через любой удобный для вас мессенджер. Дорогие наши друзья, сегодня в нашем видеообзоре расскажу вам про новый проект на знаменитом пляже Клеопатра, который находится всего в 600 метрах от Средиземного моря. Район Клеопатра является историческим и туристическим центром города Алании, что значит, это большой поток арендаторов и покупателей из разных стран мира. Обязательно досмотрите данное видео до конца, чтобы узнать стоимость, форму оплаты, а также все преимущества данного проекта. Жилой комплекс состоит из двух четырехэтажных блоков, в каждом из которых всего лишь 16 квартир планировками 1+1, 2+1 и 3+1. Инфраструктура комплекса включает в себя зеленую придомовую территорию и детскую площадку, уличный бассейн, фитнес, парковку для автомобилей. А также в комплексе будет персонал службы безопасности и круглосуточное видеонаблюдение, центральная спутниковая система, электрогенератор и интернет. Благодаря расположению в центре Алании у жильцов комплекса в пешей доступности находится большой выбор магазинов, ресторанов и кафе. Также в центральной части сконцентрированы все государственные структуры города – школы, больницы, банки. Район пляжа Клеопатра знаменит своим мелкопесчаным пляжем, который признан одним из самых лучших пляжей Турции, а также сочетанием исторических достопримечательностей и наличием хорошо развитой инфраструктуры города. Международная компания RES Property – марка номер один в Турции в секторе недвижимости. Офисы в Алании, Анталии, Стамбуле и Бодруме. Лицензированное агентство недвижимости и застройщик Турции с 2003 года на рынке. Вся недвижимость Турции на нашем сайте resproperty.ru. Все виды сделок с недвижимостью, есть услуга «Виртуальный просмотр» и онлайн-покупка недвижимости. Мы поможем оформить ВНЖ и турецкое гражданство. А также у нас есть услуга послепродажной сервис, которая поможет вам в решении любых вопросов после покупки недвижимости. Покупка недвижимости такого типа в центре города всегда является ликвидным вложением ваших денежных средств. Апартаменты будут сдаваться с полной чистовой отделкой. Чистовая отделка включает в себя стальные двери, домофон, подвесные потолки с точечным освещением, моющая краска на стенах. Дизайнерская кухня и полностью оборудованная ванная комната.
номер объекта 114-28 на нашем сайте resproperty.ru. Обращаю ваше внимание, что стоимость объекта начинается от 190 тысяч евро. Обращаю внимание, что при покупке квартиры в данном проекте до окончания новогодних праздников вас ждут дополнительные скидки и бонусы. А какие именно, узнавайте у наших менеджеров. Просто оставьте заявку на нашем сайте, ссылка будет в описании под данным видео. С вами была Алима Гадеева, эксперт по недвижимости в городе Алания. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Resproperty. Недвижимость Турции», жмите на колокольчик, ставьте лайк и обязательно напишите в комментарии ваши вопросы.